Ранее на своем канале я рассказывал вам про множество криптовалютных бирж, и часто они представляли собой очень масштабные и многофункциональные платформы, на которых помимо трейдинга есть еще и множество возможностей для заработка. Однако в моем сегодняшнем видео я хотел бы рассказать вам про уникальный кейс одной криптобиржи, благодаря которому инвесторы смогут поднять очень неплохой профит путем участия в распродаже, которая стартовала только недавно и пока что еще имеет крайне выгодные цены на покупку токенов. Поэтому ставьте лайки, оформляйте подписку на канал, и мы начинаем. Речь сегодня пойдет о криптобирже LocalTrade и распродаже ее токена LTT. Кейс LocalTrade уникален тем, что эта биржа работает на криптовалютном рынке уже много лет, аж с 2017 года. Однако ранее ее развитие происходило крайне медленно. На бирже сейчас нет особо никаких функций, кроме спотовой торговли и возможности покупки криптовалюты. Но совсем скоро эта ситуация изменится, потому что у LocalTrade несколько месяцев назад появились новые владельцы и новая команда, которые намерены мощно прокачать биржу и довести ее до современных стандартов, сделав многофункциональной платформой, заточенной под сферу DeFi. И частью таких преобразований на LocalTrade будет выпуск и распродажа их собственного токена LTT. И получается, инвесторы могут в данный момент купить токены уже рабочего проекта с многолетней историей, который в скором времени должен будет сильно преобразиться, что резко контрастирует с большинством других распродаж, когда инвесторам предлагают покупать токены, ориентируясь только на обещания разработчиков и планы в белой бумаге. Что же касается конкретно самой распродажи токенов LTT, то проходила она в три этапа. Сначала был самый выгодный раунд А в октябре, затем прошел небольшой раунд на децентрализованных биржах, и сейчас идет последний этап сейла, раунд Б. Он продлится до 20 января 2022 года. Однако не стоит думать, что у вас есть куча времени на покупку. Ведь в отличие от прошлых раундов, цена токена LTT в ходе раунда B будет линейно повышаться на протяжении всей распродажи. Каждая покупка токена LTT будет увеличивать цену покупки следующих токенов. Начался раунд B 1 ноября со значением 20 центов за 1 LTT. И постепенно цена будет повышаться, пока не достигнет 50 центов за токен. Например, уже сейчас цена одного токена LTT составляет 22 цента спустя неделю после начала раунда. Так что чем раньше вы купите LTT в ходе раунда B, тем выгоднее будут ваши инвестиции. Процесс покупки является максимально простым и децентрализованным. Он проходит на сайте LocalTrade, но вам даже не потребуется создавать на нем аккаунт. Нужно будет только подключиться к сайту своим Web3 кошельком с поддержкой сети Binance Smart Chain, ввести нужную сумму покупки BEP20 токенов LTT и оплатить ее покупку за стейблкоины BUSD. Плюс за данную покупку вы получите еще и токены LocalUSD, помимо самих LTT на 10% от суммы своей покупки. Это собственный стейблкоин LocalTrade, который можно будет использовать в их DeFi экосистеме. Например, если вы инвестируете в раунд B сумму в $100, то вы получите LTT на $90 и еще 10 LocalUSD. А сразу после покупки LTT можно будет отправить их стейкинг. Только не забывайте о том, что на раунде B действует период вестинга, 1 месяц клифа и затем 10% ежемесячного разлока. И это еще один дополнительный стимул купить токены LTT пораньше, помимо их цены, которая линейно повышается с 20 до 50 центов. И в данный момент DeFi экосистема LocalTrade, в которой и будут применяться токены LTT, находится только в разработке, а первые продукты должны будут запуститься до конца этого года. Из этих продуктов можно отметить лаунчпад для проведения IDO распродаж, платформу для фарминга и стейкинга токенов, NeoBrokera для совершения умных инвестиций и NeoBank с собственными пластиковыми картами Visa, имеющими криптовалютный баланс. Плюс помимо этого токены LTT будут иметь и множество других применений. Например, их можно будет использовать для голосования через DAO, получать уникальные предложения по банковской карте от NeoBank'а, получать бонусы на лаунчпаде, а также стейкеры LTT будут иметь скидку на торговые комиссии на бирже LocalTrade. И это еще не считая того, что помимо финансовых инициатив, биржа LocalTrade занимается еще и образовательной деятельностью. У них запущен собственный LocalTrade University, который сейчас проводит тур по Латинской Америке с бесплатной обучающей программой о криптовалютах и трейдинге. Но на данный момент главным аспектом, связанным с токенами LTT, является их покупка на раунде B, пока их цена еще не сильно выросла. Я, конечно, не призываю вас к покупке. Любое решение о совершении инвестиций вы должны принимать самостоятельно после проведения собственного исследования и учета всех возможных рисков. На этом у меня все, друзья. Жирных вам иксов, вовремя фиксируйте свою прибыль и до новых встреч.